Действующий президент Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах главы государства останется в политике. Об этом 25 марта со ссылкой на источники в окружении Порошенко сообщает «Украинская правда». Как рассказал изданию неназванный собеседник из избирательного штаба украинского президента, у Порошенко сохраняется множество амбиций, а возраст позволяет ему продолжить реализовывать их на практике в украинских политических реалиях. Если Порошенко не будет переизбран на второй срок, то он может побороться за лидерство своей фракции в следующем созыве Верховной Рады, полагает собеседник украинского издания. К этому располагает и текущая предвыборная кампания, которая после окончания президентских выборов трансформируется в парламентскую гонку. Конечная цель – победа партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» в Раде, однако при этом из названия объединения исчезнет упоминание о действующем президенте. Наименее желательным сценарием для украинского президента на грядущих выборах является проигрыш уже в первом туре. Напомним, что выборы президента Украины назначены на 31 марта. Как следует из результатов социологических опросов, за неделю до голосования лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский. В понедельник его рейтинг впервые превысил 30%. Порошенко, в свою очередь, борется за выход во второй тур с бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко.